Прошло полтора года после того, когда решением Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Российской Федерации Владимира Владимировича Путина было принято решение об усилении границ Крыма. За эти полтора года сделано очень многое. В инженерном отношении обеспечено надежное скрытие возможных нарушений государственной границы и их задержания, чем мы неоднократно доказывали это на деле. Мы были здесь год назад, было чистое поле, практически палаточный городок. Условия, конечно, несопоставимы с тем, что сегодня мы видим. На самом деле, сегодня российское государство создает все для того, чтобы пограничники несли службу, будучи полностью оккупированными, полностью оснащенными и в абсолютно нормальных бытовых условиях. Считаю, что как раз сегодня у вас, ребята, есть все возможности для того, чтобы с честью выполнить задачу. Мы в вас верим, знаем, что граница на замке. И хочу отдельно поблагодарить Юрия Дмитриевича и коллег из Федеральной службы безопасности Российской Федерации, пограничных войск за умелые профессиональные действия. Удачной вам службы, поменьше нарушителей. Мы вас верим, вы с этими задачами справитесь. Поздравляем вас. Держись.